Лига чемпионов наконец-то начинается. Как же долго мы ждали этого по-настоящему грандиозного. Мы видим состав команды хозяина. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. Они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед. Лига чемпионов наконец-то начинается. Как же долго мы ждали этого по-настоящему грандиозного. Мы видим состав команды хозяина. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. То они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед. Лига чемпионов наконец-то начинается. Как же долго мы ждали этого по-настоящему грандиозного. Мы видим состав команды хозяина. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. То они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед. Лига чемпионов наконец-то начинается. Как же долго мы ждали этого по-настоящему грандиозного. Мы видим состав команды хозяина. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. То они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед. Лига чемпионов наконец-то начинается. Как же долго мы ждали этого по-настоящему грандиозного. Мы видим состав команды хозяина. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. То они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед. Лига чемпионов наконец-то начинается. Как же долго мы ждали этого по-настоящему грандиозного. Мы видим состав команды хозяина. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются. То они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед. Лига чемпионов наконец-то начинается. Как же долго мы ждали этого по-настоящему грандиозного. Мы видим состав команды хозяина. Данная расстановка требует высокой координации действий игроков. Да, вместе атакуют, но и, разумеется, вместе обороняются.
то они сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь, под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. Большой путь Лиги чемпионов начинается сегодня. Первая игра группового этапа началась. Нас ждет фантастический футбол, и надеемся, что мы увидим его уже с первого матча. Душан Тадич. Лас Ян Хюнтова. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Родриго Батали. Фернандеш. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Ну, решай же! И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг, вне игры.